И что, если идет время? Ну, что значит, что? А в чем проблема, что время идет? Вот я это не могу понять. Госпожа Жанна. Что вы говорите? А почему Игорь Додон не думал об этом, что ковид? О, я вижу, вы хорошо подготовились. Нет, а что значит подготовились? Я тебе вам хочу сказать, что на поверхности. То есть это проблема общая, и господина Додона, и госпожи Санду, и ваша. А господина Додона в первую очередь. Господин Додон назначил себя управляющим ковидом, тогда, когда только началось это. В прошлом году. В прошлом году. А потом, когда он красивенько соскочил с этого, когда он понял, что он эту ситуацию не может руководить. Сейчас пусть назначит госпожа Санду. Скажите мне, пожалуйста, господин Чуря, а почему сейчас так озаботился господин Додон и сейчас начинает выдвигать эту проблему как основной политический инструмент, как с этой вакциной? Почему правительство, которое он сейчас взывает, потому что нужно это правительство, потому что у нас нет правительства, а правительство должно проводить вакцинацию и спасать людей, почему же тогда правительство Кику подало в отставку, если так и не заботились о народе? Это вы спрашиваете, почему? Нет, почему? А почему а вы не было внесено? Чтобы она ушла почему в отставку? Бюджет, который они принимали в 12 часов ночи, смешно, госпожа, они вы не забываете то, что деньги, говорили два месяца тому назад. Не внесли назад. Деньги, что значит? Не внесли деньги. Сначала требуете, чтобы вакцин. Правительство ушло в отставку, но уходит, что а теперь требует? Вы спрашиваете, я ничего почему? Не требовала. Я, хочу, слушайте, я ничего не требовала. Господин Столяп, сейчас вообще время имеет значение? Я попробую логически порассуждать. В прошлом году нас всех и весь мир этот ковид, конечно, застал. И на тот момент первые 2-3 месяца было ну, аморально да, кому-то ну, предъявлять какие-то претензии. Первые 3 месяца, я согласен. Но сейчас, если мы смотрим на число заболевших, да, в среднем это 1000, ну, 1200. То есть давайте так, условно говоря, по сравнению с прошлым годом, это в 2 раза больше. На прошлой неделе цифры вообще были. Да, но мы берем среднестатистически, на данный момент это 2 раза, чем в прошлом году в это время, условно говоря. То есть я бы хотел без эмоций, прошел год, и у тех, кто все это время у власти, не буду называть фамилии, да, был год, чтобы, да, уберем 3 месяца, это все было неожиданно, чтобы большинство денег и было понятно, какая это проблема, приоритизировать все, что касается медицины, врачей, и подумать, да, не было больниц, не хватало и так далее. Но, к сожалению, остались у власти те же люди. Власть у нас не поменялась. Пусть да. Они эту клоунаду сами себе рассказывают. Сегодня у власти находятся социалисты. Все инструменты в руках у социалистов. Со всех точек зрения. Министры, социалисты, большинство социалистическое и так далее. То есть, ну, вакцину встречает Михалка и Майя Санду. Хорошо, а где вакцина? General, you're out of the line. Я говорю о другом. Да, не только в феврале. И Украина, вы что, не видите, что в регионе вакцины появились только сейчас, в середине февраля? Это как-то имеет отношение к тому, февраля. Что я говорил, господин Чурин? Нет, так, я просто это уже проигрывал. Нет, я сразу я прошу прощения. Я сказал, you're out of the line. Да? То есть я уже вижу, куда вы идете. Это просто бессмысленно, и то, что вы говорите, и в контексте того, что я говорю, да, то есть две вы разные просто линии. Просто все возлагаете на социалистов. Я еще ничего не сказал, уже, уже мы все поняли. Не все. Все только вы насчет out of the line. Значит, первая моя претензия, что, значит, год, в принципе, потерян, и я не вижу кого-то, кто берет на себя ответственность, потому что политическая власть — это не только права. И распил. Это еще и ответственность. И на этом основывается демократия. Когда ты там министр или условный там руководитель, да, у тебя есть права, доступ к бюджету, админ ресурсам власти, но у тебя есть ответственность. Почему на Западе люди уходят из политической, из-за политической ответственности, даже если ничего не случилось? То есть он не справляется, он уходит под давлением общества, которое говорит, да нахрен ты там нужен, да, если не справляешься. Поэтому то, что сегодня я не вижу ни одного человека, который берет на себя ответственность, я не собираюсь сейчас, извините, спекулировать и показывать пальцем. Но это главная проблема нашего государства. Я не вижу, чтобы кто-то продолжал брать на себя ответственность. В прошлом году каждую неделю я видел одно и то же лицо. Да? То есть теперь я уже эти лица не то, что это, вообще никакие не вижу.